Всем огромный привет! Вы на канале Юрий и Лариса Иванова Лайф. И сегодня я поделюсь с вами своим рецептом, как я засаливаю и либо семгу, либо форель. Ну, что есть, какая красная рыбка есть. Вот сегодня у меня два стейка. Они примерно весом 550 грамм. И что я для этого взяла? Я взяла 90 грамм соли и 25 грамм сахара. И если на килограмм рыбы, нужно брать 180 грамм соли и 50 грамм сахара. Что я должна сделать? Я беру соль и сахар, перемешиваю. Это такой простой рецепт, которым я пользуюсь много лет. Не знаю, может, кому-то он понравится. И тоже будете пользоваться. И рыбку я помыла, посушила. И теперь я просто обмакиваю ее хорошо в этой смеси сухой. Беру следующий стейк и следующий обмакиваю. Теперь я это укладываю, и мне нужно это прикрыть. У меня крышечки нет, я буду пользоваться стрейч-пленкой. Прикрываю и оставляю так в холодильнике на сутки. Через сутки мне нужно перевернуть эти два стейка и снова оставить на сутки. Это будет, ну, такой умеренный посол. А если вы хотите посолонее, то тогда нужно оставить на трое суток. И будет вкуснейшая, замечательная рыбка. Прошли ровно сутки. Снимаем пленку. Посмотрите, сколько у меня тут образовалось туз лука. Так, и переворачиваем рыбку и снова закрываем. Прошло у меня трое суток, и смотрите, какая получилась рыбка. Я сейчас солью этот туз лук. Я слила жидкость, промыла хорошо рыбку, и можно ее кушать. Ну что, Лариса, то, что вам сейчас показывала, приготовила. Вот, сейчас я разрежу. Какая-то она жесткая стала относительно. Так. Дегустируем. Ну да, всю жизнь бы и ел такую рыбу. Просто обалденно. Всем пока. Если кому-то понравился рецепт и вы воспользуетесь им, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, написать какой-нибудь комментарий. А мы увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока, всем хорошего настроения, всего самого наилучшего.